А мы переходим к следующему нашему выпускнику. Это Денис Волк, выпускник школы дизайна «Артфьючер» по направлению графический дизайн. Сотрудничество с компаниями «Сбербанк», «Корпоративный университет», «Газпром», «CPN Communication», «Рук Групп», «Мавис», «Эвалар», «Балтийская пресса», «Разработка афиши», «Оформление фестивалей», «Рукфест», «Слушай Ленинград», «Борис Гребенщиков», «Термейтс», «Нина», «Дени Любич». Передаю слово Денису. Да, здравствуйте всем, кто подключился. Нужно начать с моего творческого пути, да? Да. Начал я заниматься дизайном довольно-таки давно, и это началось все где-то в 2008 году, то есть в фотостудии. Дальше работал несколько лет в издательском доме «Пресс-курьер», и там уже была бильд-редактура, то есть уже как бы инфографика, начало верстки какой-то. Дальше работал в «Панораме ТВ», «Медиапресс». Ну, там тоже как бы была мелкая какая-то оформительская работа, вот, и в основном это бильд-редактура. Ну, кто не знает, бильд-редактура – это подбор фотографий для издательств периодически. Вот, которые выходят, то есть это журналы, еще куда-то, вот картинки, которые вы видите, это бильд-редактор работает и подбирает определенные темы. И там же как раз-таки я начал уже осваивать там какую-то техническую сторону, больше погружаться именно в дизайн, в верстку, вот, изучил там дизайн, вот, и как бы начал уже заниматься этим. Вот, но самое главное, что, ну, сама как бы база у меня уже была техническая именно, то есть я мог что-то сделать довольно-таки быстро, вот, но не было понимания того, как делать, да, то есть получилось хорошо, хорошо, а получилось плохо, как сделать, чтобы было лучше. И вот это вот как раз-таки такой вот довольно-таки важный вопрос, поиск какого-то правильного решения. Вот, и в то время как раз-таки я понял, что самой базы-то у меня и не хватает, то есть самостоятельно выучиться и какие-то вот эти нюансы узнать, ну, довольно-таки сложно, как выяснилось. Вот, и я поступил в школу, сюда, в школу дизайна, арт-футуры, вот, и, честно говоря, это было, ну, то есть, то, что я знал техническую сторону всего как бы вопроса, да, мне давало там огромное преимущество в том, что я не тратил время там на освоение программ, да, и делал какие-то задания довольно-таки быстро, если, ну, то есть, все это помогало как бы в обучении. И вот как раз-таки здесь, именно в школе, освоив какую-то, ну, саму базу по графическому дизайну, по композиции, там, по верстке, даже там, ну, в программах я тоже как бы узнал много чего нового. То есть довольно-таки хорошо, не то что как бы интересно даже, это все очень полезно, и преподаватели оказались, ну, прям большим профессионалом своего дела. И после этого я решил, что мне, наверное, пора уже заканчивать с моими такими верстками газет и прочего, и как бы я ушел в рекламное агентство. Такое оно было небольшое, там был небольшой коллектив, но довольно-таки много интересных клиентов. И вот как раз-таки на практике, вот после обучения и уже на практике, стало получаться вот довольно-таки много всего. Вот сейчас я покажу некоторые мои работы, да, которые я выбрал. Вот, проработав год в агентстве, я уже как бы наработалась база своих клиентов, то есть, по сути, меня уже, ну, рекомендовали проект-менеджеры или просто там руководители компании, то есть было удобно работать с ответственным человеком. И в итоге вот список вот этих клиентов, который был озвучен, он не полный, их очень много разных, есть и крупные какие-то компании, для которых там что-то я делаю один или в команде, то есть бывает по-разному. Это не обязательно, фрилансер – это не обязательно человек, который делает все сам. Очень часто мы работаем вместе, большой командой, и от этого результат получается еще как бы лучше. И вот некоторые как бы работы, да, я буду показывать и прокомментирую. Вот в частности «Руффест», такой как бы это петербургский фестиваль. Это не только Петербургская, еще и в Москве. В общем, ну да, здесь был Питер именно. Это не просто афиши, это фирменный стиль на целый год для большой концертной программы, которая как бы у них была заявлена на все лето. То есть это там
практически там через день концерты какие-то вот на их площадках, которые они вот занимают, как раз-таки на крышах, поэтому Руффест, то есть концерт на крыше. Вот, вот такие вот должны были быть красочные афиши, и в принципе они есть, то есть они вот даже по городу где-то висят. Ну, вот такой вот получился стиль. Это пример работы со Сбербанком, с корпоративным университетом. Здесь была верстка, верстка инфографики, ну именно не верстка, а разработка инфографики, то есть какие-то, и иллюстрация, вот, которая как бы была на последней странице обложки. Ну вот такие вот тоже интересные вещи там делались. Наверное, про проекты сильно рассказывать не надо, просто прокомментирую, что это, и все. Потому что рассказывать можно очень долго. Там, как бы. Здесь был такой объем, над этим проектом работали там, около полутора лет, то есть вели его. То есть это ежемесячный журнал, который выходил, и вот там большая команда его делала. Это тоже пример сотрудничества с крупной компанией. Это уже «Газпром» и яхт-клуб «Газпрома», который базируется здесь, в Петербурге, главный офис. Вот. Но они, как видно из инфографики, которая вот есть, они по всему миру представлены. Ну, такая была тоже интересная работа. Годовой отчет – очень важная вещь для компании, когда они уделяют этому очень пристальное внимание, потому что это все кладется на стол генеральному директору, в частности, директору «Газпрома», и там, другим заинтересованным вышестоящим лицам, поэтому он как бы, то есть для этой работы тоже как бы, это был не, я был не один здесь, то есть здесь работала целая большая команда, и был арт-директор, и проект-менеджер, но в целом вот вполне удачно, мне кажется, получилось, то есть там больше 160 страниц, то есть ну, такой довольно-таки объемная книжечка, и за месяц мы его сделали. Вот, замечательный проект. Это проект тоже, как бы это вот уже веб-дизайн. Я пробовал себя, это, наверное, больше к началу как бы пути, это еще до обучения в Росфутуре. Вот такие вот вещи я пытался делать. Здесь видно, что еще все не так хорошо, как хотелось бы. Может быть, я просто критичен. Ну, наверное, все-таки да, есть вещи, которые стоит поправить. Но как пример того, вот, что можно заниматься и развиваться не только там, ну, допустим, в области рекламы. Ведь реклама, по сути, это сейчас и... Ну, то есть она, все, она вокруг, то есть она в сети, и даже больше сейчас сеть уходит, и как-то осваивает какие-то верстку, там, сайты, тильду, еще что-то. Ну, то есть как инструменты новые, которые появляются, они появляются очень часто, и многие из них очень удобны. Ну, вот так вот можно добавить. Интересно делать так. Это тоже пример веб-разработки, да, это разработка сайта тоже для Балтийской ассоциации «Балтийская пресса». То есть здесь представлен просто небольшой как бы, кусочек, там, конечно, были сделаны все страницы для них, и сайт был сверстан, запущен, работал какое-то время, но такая вот у них более строгая история газетная. А это разработка как раз-таки, когда я был... Ну, работал именно в рекламном агентстве, и вот один из клиентов был Mavis. Вот мы разрабатывали для них логотип для жилого комплекса, который строится в Девяткино. И ну, было очень много вариантов, было определенное ТЗ такой вот по стилистике, то, что получилось, ну, это вот максимум к тому, что клиент, и то, что мы сделали, тоже довольно-таки интересно получилось. Он анимированный логотип. Много где используется. Тоже пример верстки каких-то журналов. Ну, это уже как бы буклеты вот, от частного клиента, которые на выставку должны были отправляться в буклеты для того, чтобы ну, показать, презентовать его. Мы довольно-таки долго его делали, но получилось вполне удачно. Здесь еще я не показал, но здесь было еще два языка, то есть это были две книжки, был сайт, который в этой же стилистике был сделан, но смотрелось все очень лаконично и презентабельно. Вот. Афиши фестивалей, с ДК Кирова мы какое-то время сотрудничали там, по афишам. Большой объем вообще как бы делается всего и продолжает делаться. Все это как бы только развивается, приходят какие-то новые задания интересные, новые предложения к сотрудничеству. И вот
Я уже говорил о том, что как бы сама база нужна, получается, да, ну и когда ты решаешь поступать куда-то или там продолжить свой путь творческий и вообще рабочий дизайн, или еще где-то в работе, нужно прежде всего обращать внимание на какие-то базовые вещи, которые вот может дать именно обучение, потому что без них бывает все, то есть довольно-таки сложно. Тем, кто слушает мое невнятное повествование, хочу сказать, что выбранная профессия, если вы хотите себя показать в дизайне и в каком-то творческом процессе, поучаствовать в разработке вещей, которые потом будут на улице, допустим, даже реклама или упаковка, которая будет стоять в магазинах, будете знать, что это ваша какая-то история, и это приносит, честно говоря, мне больше всего какого-то морального удовлетворения, когда я вижу, что моими продуктами действительно пользуются, они где-то востребованы, то есть кому-то нужны, и кто-то обращает на них внимание, принимает какие-то решения в своей жизни благодаря им. Поэтому для того, чтобы делать хороший продукт, нужно прежде всего иметь какую-то хорошую базу для того, чтобы продолжать уже творить, а не искать решения вокруг себя. Как-то так. Такая история небольшая. У меня не знаю, если будут вопросы, можете задать. Я, наверное, не самый лучший оратор, но как мог рассказывать. Может быть, фриланс дает о себе знать. Спасибо, Денис.